В Италии сегодня национальный траур по жертвам землетрясения. Число погибших превысило 280 человек. Почти 400 были ранены. Такие данные приводят Associated Press со ссылкой на итальянские власти. Спасательные работы не останавливаются ни на минуту, однако надежды найти выживших остается все меньше. Последний раз мощные толчки были зафиксированы в ночь на пятницу. При этом угроза новых ударов сохраняется. На всех государственных зданиях в субботу приспустят флаги, и сегодня же состоятся похороны первых жертв трагедии.